Махашиваратри, Маха Анаданам. В современном мире, куда бы вы ни отправились, там будет ресторан или какая-нибудь закусочная. Еда доступна повсюду. Большинство из вас, скорее всего, никогда не испытывали голод. Но если не есть 2 дня, жизнь начнет ускользать из наших рук. Так что анаданам — это линия жизни. Когда люди приезжают себя на подобные мероприятия, возможно, мы не замечаем, но для многих из них сложно просто так взять и потратить 50 или 100 рупий. Но тем не менее, они хотят быть здесь, в день Махашиваратри. Они проходят пешком большие расстояния, потому что не могут заплатить за автобус. Это для них многое значит. Но прежде всего, с подношением связана определенная красота. Другой человек получает что-то от вас, потому что кто-то дает вам эту возможность стать источником жизни. Не воспринимайте это как еду. Это жизнь. Возможно, вы смотрите на свою мать или своего отца с огромным чувством любви и благодарности. Самая важная часть материнства — это то, что она постоянно делала для вас анаданам. Да или нет? Если бы она не делала это одно, но только целовала бы вас и обнимала, но не давала бы анаданам, скажите, вы бы любили ее? Так что это — ключевая составляющая материнства. Поэтому анаданам — это ваша возможность воспользоваться привилегией быть матерью для всего мира.